Привет, с вами канал «Стаблок о звездах». Николай Басков после турецкого Бодрума полетел дальше отдыхать во французские Канны. Артист, как никто, умеет веселиться и отправился гулять вместе с шумной компанией, где оказался Лев Лещенко. Два певца вместе станцевали и выпили, радуясь роскошному отдыху на элитном острове Сент-Маргарит. В следующем году, вы понимаете, вообще юбилей 80 лет! Делитесь видео в соцсетях, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал.